Рад приветствовать всех этим прекрасным солнечным воскресным утром. Осень дарит нам еще один теплый денек, а мы с вами подведем итоги конкурса. Итак, напомню, конкурс был у нас вот на такой прекрасный складной ножичек. Это был первый приз, этот ножик. Вторым призом у нас было 100 рублей. И третьим призом у нас было 50 рублей. То есть три приза: ножик, 100 рублей и 50 рублей. Давайте откроем Google форму и посмотрим, сколько у нас человек участвовало. Участвовало у нас 97 человек вместе со мною, поскольку я заполнял Google форму, чтобы проверить ее работоспособность. Давайте отключим прием ответов, обновим страничку, чтобы все было у нас по-честному. Итак, 97. Давайте перейдем к таблице, чтобы получить списочек. И вот список участников. У нас появился список участников. Участников у нас 97, 96 без меня. Вот второй строчкой иду именно я. Значит, мы набираем с третьей строки. С третьей и по 98. Что ж, переходим в рандом и набираем с третьей по 98 и делаем три нажатия. Раз, два, три. И что ж, номер 63. Давайте определим первого победителя. И первым победителем у нас становится вот Игорь Солияр. Репост конкурса есть. Давайте посмотрим теперь, подписан ли он на мой канал. Есть. Нашел. Вот, нашел я свой канал. Значит, на канал он подписан. Репост есть. Значит, именно он. Игорь получает у нас ножик. Именно вот этот человек. Добавляю его в друзья. После обязательно свяжусь с ним. Договоримся, как он может получить свой приз. И он его получит. Но это еще не все. Давайте теперь мы проверим, кто получит у нас второй приз, а именно 100 рублей на счет телефона. Опять генерируем в рандоме. Нажимаем три раза. И получаем номер 21. Теперь смотрим, кто у нас под 21 номером, кто получит второй приз. А второй приз у нас получает Медюлянов Сергей. Что же, давайте перейдем к нему на страничку, посмотрим репостик. Да, есть репост конкурса сразу сходу. И теперь посмотрим, есть ли подписка на канал. Да, есть подписочка на канал. Все замечательно. Сергей становится вторым победителем. И теперь мы ищем третьего победителя. Ищем третьего победителя. Опять три раза нажимаем на кнопочку. И получаем номер 9. И номер 9 у нас Павлюк Алексей Викторович. Переходим на страничку к нему. Смотрим, есть ли репостик конкурса. Есть, есть репост конкурса. Входим на канал. Есть прямо сходу, есть мой канал. Все, выявили мы трех победителей. Значит, вот этот человек получает ножик. Сергей у нас получает 100 рублей, и Алексей у нас получает 50 рублей на счет телефона. В следующее воскресенье будет еще один конкурс. Между этим будет очень много замечательных видео. Видео будет выходить регулярно, понедельник, среда, пятница. Подписывайтесь, смотрите, поздравляю всех победителей. Ну, еще раз поздравляю с еще одним хорошим
днем светлым, солнечным, ясным. Всем спасибо. До новых встреч, друзья. Жду вас на своем канале. Пока.